24 мая в рамках празднования Общероссийского дня библиотек Центральная районная библиотека провела День открытых дверей. Взрослые дети стали участниками многих интересных мероприятий. В их числе беседа с настоятелем храма об истоках славянской письменности и культуры, встреча с писателем Геннадием Киселевым, мастер-классы и другое. Подробности в нашем следующем сюжете. В день открытых дверей в библиотеке проходили праздничные мероприятия и акции для всех, кто любит книгу и чтение. Увидеть оживших героев любимых книг – вот так сюрприз. Детская театральная студия «Театр книга» представила посетителям спектакль по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Эта книга нас учит не быть скупыми, не быть очень, слишком важными, очень жадными. В атмосфере фантастического путешествия маленький принц, лис, капризная роза, географ, честолюбец. Наблюдать за ними очень интересно, ведь каждый персонаж – это отдельная история. Король воплощает как бы взрослых людей, которые помешаны как бы только на себе и думают, что они владеют всем. И как бы в этой как бы истории раскрывается то, что маленький принц раскрывает то, что скрыто внутри людях. Обучаясь в театральной студии, ребята культурно обогащаются, развиваются интеллектуально. Ставя детские спектакли, ставя спектакли по литературным произведениям, они опять-таки пропагандируют книгу, сами ее читают, сами ее узнают и доносят до других. У каждого читателя свои любимые авторы и произведения. В этот день особенно повезло тем, кто любит книги Полины Дашковой. Популярная российская писательница посетила Видновскую библиотеку и провела встречу с читателями. Вот сегодня, когда представилась возможность послушать автора, я подготовилась, взяла книгу, хочу попросить у нее автограф. Ну и пригласить к нам в Горки Ленинские. В холле библиотеки для всех желающих проводили мастер-классы «Клуб акварели», «Квилт-клуб». Занятия по графике посвятили празднику Победы. Мы работаем в технике пастель. Она на самом деле очень простая, ей совершенно несложно работать, потому что здесь можно и пальцем растереть, да, то есть взять потом карандаш, какую-то более четкую линию провести. В рамках мастер-класса Patchwork Quilling можно было познакомиться более чем с 12 видами рукоделия. Освоить все можно очень быстро. Детям нравится больше то, что связано с мелкой моторикой. Это квиллинг, бисероплетение, текстильная игрушка. Взрослым больше нравится креативный дизайн и пэтчворк. Хорошая традиция проводить день открытых дверей в библиотеке. Тогда и посещение ее становится особо интересным и познавательным. Лариса Вольнова и я, Дамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.